Тоже падает что-то? Меня здесь нету. Хорошо? Почему вы стесняетесь? Ну так ничего страшного, что вы в Минске, что ли, не первый раз? Во, нормально. Как дела у вас? Не устоял. Всем привет. Да? Да.
Я не ожидал, не заметил. Это был пранк, можете чуть-чуть разобрать. Я просто кладу людям еду на голову. Здорово, хорошо, да. Здрасте. Это было гениально. Спасибо. Я просто положил на голову. Как-то меня унесло, но... Где? Вот здесь, да? Если вам это видео понравилось, то влепите лайк, напишите в комментариях ваше мнение, хотите ли вы видеть вторую часть, то напишите в комментариях, какие предметы вы хотите, чтобы я клал людям на голову. Мне кажется, пранк очень смешной получился, поэтому лайки, комментарии, и в нашей группе ВКонтакте можете также выразить свое мнение и подписываться на Ева Пранкс, это мой инстаграм, где будут не вошедшие реакции с этого пранка и будут еще отдельные пранки, поэтому обязательно подписывайтесь, смотрите, следите, и скоро увидимся. Пока!